Всем привет! Перед вами ноутбук Toshiba Satellite C670. И моя задача провести ревизию системы охлаждения, а также почистить его, так как ноутбук периодически выключался из-за перегрева. В этом ролике вы увидите достаточно подробный процесс разбора данной модели ноутбука, но в то же время достаточно содержательный. Также вы увидите процесс чистки и замены термопасты. А также вы увидите, что бывает с термопастой, если долго не обслуживать ноутбук. Приятного просмотра! Если что-то нужно будет прокомментировать, я сделаю это короткими репликами. Но здесь самое интересное, термопаста просто окаменела, так как трубка радиатора с трудом оторвалась от процессора. Да и очищаться она позже будет с большим трудом. Но в любом случае перед нанесением новой термопасты нам нужно хорошенечко очистить процессор и плоскости от старой термопасты, а также все почистить от пыли. We'll be right back.
Но здесь важное замечание. Винты радиатора необходимо прикручивать в последовательности, пронумерованной на крепежном устройстве. Далее у нас на очереди обслуживание вентилятора. Обратите внимание на то, что он неразборный. Прежде всего, давайте проверим, нуждается ли он вообще в смазке. Для этого прокрутим его. Как видите, в конце он сделал один оборот назад. И это значит, что смазывать его не нужно. Но если же все-таки появилась нужда его смазать, то необходимо просверлить отверстие в задней крышке корпуса вентилятора и закачать туда специальную силиконовую смазку с помощью шприца. После окончания обслуживания системы охлаждения я обязательно проверил ноутбук под нагрузкой, чтобы убедиться, что система охлаждения работает исправно и справляется со своей работой. Также я почистил операционную систему от мусора, проверил ее несколькими антивирусными программами. И на этом все. Надеюсь, что мой ролик поможет вам справиться с этой незамысловатой задачей.